Ребят, привет, здорово. Делишки-то как у вас, так как? Как-как? А у меня никак. Вы это видели? Вы это слышали? Вы смотрели, что сегодня в Париже произошло? Значит, встреча двух глав государства. Эммануэль Макрон, Майя Санду. Слушайте внимательно, как дьявол в деталях соскунди. Слушайте, что говорит Эммануэль Макрон. Je suis très heureux d'accueillir madame la présidente Майя Санду и... Мадам ла президент Майя Санду, говорит он? А? Майя Санду и... Видите, даже глаза не поднимает от Рушини. Майя Санду? Это твоя Санду? Это Майя Санду, ты! Убери руки прочь от нее. А не зря ж тебя Эммануэль зовут, а? Эммануэль, ты человек или сериал Эммануэль? Эммануэль. Макрон, что Макрон? Макрон рифмует с Наполеон. А не зря ли? Совпадение ли? Ты, а вспомним, как он встретился с Игорем Доданом. Нормально, в кладире, да, у туалета, но тепло, без масок. А мою Санду держит на улице, в пальто не замерзает. Убери руки от моей Санду. Пожалуйста, ребят, встанем на защиту, используем хэштаги и давайте скажем, это не твоя моя Санду, это моя Санду. Все, счастливо, я пошел, а то у меня дети нелегальны. Пока. Вы смотрели, что произошло сегодня в Париже? Ну не пускай, не пускай, не пускай детей сюда. Какой тата? Еще нужно доказать.